Слав, да, куда, да. Куда мы летим, Слав? В Калининград. Зачем мы летим в Калининград? Делать шоу, сжечь там с пол. Так что, Калининград, ждите нас. Сначала нужно вспомнить, как кататься на маленьком льду. То есть вот там это вообще у меня слов нет. То есть не то, что толкаться нельзя будет, там дышать нельзя будет, чтобы. Калининград, просто знай, я тебя очень люблю. Мы откатали одно шоу в 13:00. Прекрасно пообедали в этом же здании, в Янтарной спортивной. Дворец спорта Янтарный. Там невероятнейший вкусный куриный суп. Вот когда ты заказываешь суп куриный, ты ждешь от него вот того самого, что он легенький, насыщенный, солененький, вкусненький, ничего лишнего. Только лапша, курица и бульон. Я его съел и иду сейчас просто гуляю по тебе, Калининград. Я тебя обожаю. Единственный шанс погулять по городу, это когда 5 минут ждешь автобус на каток. Красиво, там еще лебеди вдалеке. Вон. Красавцы выплывают. Какая у нас раздевалка красивая, Алексей в женской раздевалке примеряет, понимаешь? Янчик, так, Соня, Екатерина, Татьяна, вообще мы просто тут, вот это прием. И Саша выходит из сауны. Помылась? Вчера был Санкт-Петербург, а сегодня... Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. А сегодня Калининград. Биток. Сегодня биток. Два шоу sold out. Есть кроме этих окон, не дадим смотреть на нас. Под микроскопом мы вдвоем. И нас давно уже убило мука. Но мы живем, мы любим среди бетон. То, что будет все хорошо. И так и будет.